обещал показать свою лабораторию. Альберт, вот ты где, любимый. Вот ты где. Так вот, относительно закрытого показа. При других обстоятельствах я бы показал тебе все. Ой, прошу прощения, я... Альберт Вигельбут, барышня, отойдите в сторону, пожалуйста. А вы, молодой барин, без фокусов. А то еще синяков себе наделаете. Это вряд ли. Еще можно сдаться. Сильный сукин сын. Я уже начала беспокоиться. Все в порядке. Нужно только немного прибраться в саду, пока гости не поняли, в чем дело. Послать туда слуг? Да. Я прослежу за этим. А вы поторопитесь.
все готово. Да. Я забрала твои мечи у стражника, а Ингрид передала мне деньги. Их здесь гораздо больше, чем я думала. Замечательно. Так куда мы едем? Ты? Никуда. Теперь у меня действительно появился шанс вывести всех чародеев из города. Если ты захочешь попрощаться, то знаешь, где меня искать. Попрощаться? То, что случилось у фонтана, мы не должны. Я знаю, это из-за меня. Вино ударило мне в голову. Прости. Не надо просить прощения. Госпожа Меригольд. Нам пора. Берегите себя. Нашим палец всю руку отхватит. А может, как-нибудь усилия черпом воды? Омоюся и как пьяный. Берегись, ублюдок. Я буду за тобой приглядывать, белоголовый. Мечи вы? Покажи мне свои.
Будь здоров. Подозрительно ты выглядишь, приказываю. Старший моя старая супруга. У одного мечи за спиной, другой топором в зубах ковыряют. Прошу, Что у тебя там? Будь здоров. Ничего она не колдовала, даю слово. Слово эльфа стоит меньше, чем говно. Слышал когда-нибудь легенды о белом и... Да? Это же ромашка и зверобой. Она их заваривала. Куда прешь, приблуда? Грамоту покажи. Грамоту? Какую грамоту? Такую, что подтверждает, что ты не чародей. Без нее в Новиград не войти, не выйти. Зачем вы закрыли город?
чтобы его очистить от магов, ведьм и прочей падали. А то как началась война, все сползлись в Новиград. Переловим их всех до единого и спалим на одном костре, как скотину с ящером. У меня нет такой грамоты. Тогда дальше ходу нет. Следующий. Постой, как грамоту-то получить? Сперва делаешь пожертвование в пользу церкви. Потом за тебя должны поручиться трое. Этого пропусти. Вот его документы. Что? А откуда... Не твое дело. Давай на пост. Привет от Сиги Ройвина. Обязательно должно Черные? Быть так. Ридания? Дешевые девки? Разбавленное вино? Эй, это наследство. В чем дело-то? Она надо мной издевается. Говорит, никакой я не артист, а просто бабник и бренчала. Ты представляешь? Назвала меня бренчалой. Мне все больше нравится эта девушка. Да ну тебя. Ты не возмущайся, а лучше докажи ей, что она ошибается. Как раз это я и собираюсь сделать. Я всегда мечтал открыть кабаре, и это место прекрасно для этого подойдет. Нужен только небольшой ремонт. Есть только одна загвоздка. Мне нужны деньги, так что... Если у тебя вдруг случится небольшой перерыв между утопцем и Кимой, может, поможешь старому приятелю? Чем я могу тебе помочь? Я когда-то встречался с одной девушкой, с холастикой. Ее отец, купец, возит пряности из Зерикани. И ни в чем доченьке не отказывает. Вот у нее мы и займем. Кажется, припоминаю. Это не та, которую ты бросил, не сказав ни слова. Выскочил за вином и не вернулся. Так вот, зачем я купил ту бутылку. Это было уже довольно давно. Именно. Да и я немного изменился. И... Поэтому мне так нужна сила твоего авторитета. Ладно, говори, в чем дело, а то я чувствую, у тебя уже готов целый план. После нашего внезапного расставания схоластика на меня, наверное, дуется. Но, думаю, если ты немного поможешь, она меня простит, а потом даст взаймы. И чем я тебе помогу? Давай по порядку. Прежде всего, нужно одолжить тупой меч из реквизиторской мадам Ирен. Ну, знаешь, такой, каким пользуются во время представлений. Когда ты его добудешь, мы встретимся у дома схоластики. Допустим, но... Геральт, в этом плане нет никаких «но». Все будет хорошо, вот увидишь. Возьми меч, мадам Ирен, и как стемнеет, увидимся у дома схоластики. Что он опять задумал? Сына черные любили. Не крутись тут. Ух ты! Смотри! Служу вечному огню! Хамьё повсюду. Рада тебя видеть. У меня просьба. Я хочу одолжить кое-что из вашего реквизита. Бутафорский меч. Зачем он тебе? Еще не знаю, но Лютик утверждает, что он ему нужен позарез. Я так и знала, что с этим как-то связан мастер Лютик. Смею надеяться, вы не собираетесь со мной конкурировать. Прошу. Благодарю. Постараюсь его не повредить. Будьте здоровы.
карьера. Ты это видишь? Что же ты отдал свою еду этому нищему? Пусть начнет. О, наконец-то! Послушай, план такой. Схоластика обожает авантюрные романы. Если я спасу ее от разбойника, то стану в ее глазах героем. Она будет буквально есть у меня с рук и наверняка не откажет дать мне взаймы немного денег. Ты собрался сделать из меня этого разбойника? Ты все схватываешь на лету. Может, и получится. Я уже написал твои реплики. Что ты написал? Ну, чтобы ты знал, что говорить во время действия. Вот. И маска. Надень ее, чтобы схоластик тебя случайно не узнала. Но... Нет времени объяснять. Схоластика идет. Действуем по плану. Утром встретимся в шалфее. Не с места. Что? Что происходит? Спасите! Дрожи! От раковицы? Ты во власти принца воров! Не так быстро! Брось меч, мерзавец! Это твой единственный и последний шанс! Лютик? Да, это я. Хотя подонки этого города называют меня Пурпурный Мститель. Нет, только не Пурпурный Мститель. Молчи, каналья, или пожалеешь, что родился на свет. Он лучше, чем я думал. Пурпурный Мститель снова торжествует! Мой герой! Ты не ранен? Он меня задел! Очередной шрам в моей коллекции. Пойдем ко мне. Я тебя перевяжу. Убирайся отсюда, мерзкий бандюга! Или Пурпурный Мститель пересчитает тебе кости! Лишний молодежь, сплошной гоголь-моголь. Заварил ты кашу в этом самом Лок-Муине. Ты от страха такой бледный. И что же случилось с этим целителем? Я шел себе, ковылял по своим делам. Люди, пожалейте. Хватит с меня. Я тебя предупреждаю. Ты из какой деревни будешь? Из Вербицы. Это в Тимерии. 2 дня пути от Вузима. Что поделать? Ну, он в прошлый раз мне подарочек оставил. Что? Мне он никогда ничего не дарил. Надавать не умеет, тут ничего и не получает. Что? Это я-то не... Какая-то ошибка. Вы пришли слишком рано. Договорились на сегодня. Вот мы и приехали. Материал привезли. Рабочая сила рвется в дело. Только вы, госпожа начальница, будьте так добры выбрать декор. И мы начнем уже наконец. Но Лютику даже не из чего вам заплатить. Кажется, уже есть из чего. Или скоро будет. Во всяком случае, он над этим работает. Ну, все путем. Решайте уже, наконец, в каком стиле желаете иметь интерьер. С
Почему ты меня об этом спрашиваешь? Потому что госпожа начальница что-то не умеет ничего решить. А мастер Лютик говорил, что думает между стилем будуара и театральными декорациями, но к нашему приходу непременно решит. Мы уже здесь, а решения как не было, так и нет. И госпожа еще в таком удивлении, что должна что-то выбирать, хотя вроде как весь ремонт для нее и затевался. Для меня? Так ведь не для меня же. Решайте уж наконец, а то меня сейчас Кондратий хватит. Не знаю, что больше понравится Лютику. Геральт, ты знаешь его дольше? Скажи что-нибудь. Может, мы и знакомы дольше, но ради меня он ни разу даже носков не переодел. Не говоря уже о том, чтобы устраивать ремонт. На самом деле он делает все это для тебя. Значит, тебе и решать. Будуар ассоциируется у меня с чем-то элегантным и женственным, но в то же время с острыми коготками. Именно таким и должно быть кабаре. Вот и ладненько. Наконец-то! Ребята, кончай перекур, за работу! Да, вижу, с этим кабаре все серьезно. С тех пор, как он получил это место, он только и говорил о кабаре. Но я даже не думала, что он перейдет от слов к делу, тем более так быстро. Может, теперь он даже остепенится? В конце концов, ему придется приглядывать за делами. Вот это было бы зрелище. Вопреки тому, что о нем говорят, у Лютика очень рациональный подход к жизни. Мы говорим об одном и том же Лютике? Он же за одну ночь может просадить состояние в половину Новиграда. Но при этом он ответственный. Он всегда платит вовремя всем, кто здесь работает, ни разу не завалил ни одного выступления. Хорошо бы, чтобы ваши премьеры он тоже не завалил, а то его все еще нет. Он говорил, что раздобудет денег и забежит к Полли, нашему хореографу. А то она в прошлый раз не пришла на репетицию. Надеюсь, он не вляпался в очередные неприятности. С ним все возможно. Схожу его, поищу. Мы черные позволят нам вернуться в Махака. О, этот такой красавец, что и сам себя обслужить боится. Эх, и жить не хочется. Говорю в последний раз, вон отсюда! Таких, как ты, вообще... Подозрительный ты, если ты не... Оли! Ты знал, что это... Все в порядке! Я думал, что это просто... Что за крики? Полли ссорится со своим женихом-придурком. В этом городе только она разбирается в хореографии, а этот баран не позволяет ей на меня работать. Погоди, а что ты тут, собственно, делаешь? Мы должны были встретиться в Шалфее. Должны, но тебя не было. Присцилла начала волноваться, и я пошел узнать, что с тобой. Она волновалась из-за меня? Это так мило. Для нее, в отличие от тебя, не слишком, так что идем обратно. Ты не слышишь, что там творится? Надо помочь Поле и... И почему красивые женщины всегда связываются с такими козлами? Понятия не имею. Отойди, я выбью дверь. Погоди, может, не будем сразу разносить ее дом? Где-то здесь у нее был запасной ключ. Ладно, давай искать. Нашел что-нибудь? Тут его нет. Ключ. О, какого дьявола? Убирайтесь из моего дома! Смени тон и оставь эту женщину в покое. Это моя невеста.
но не твоя собственность. Я люблю тебя и не позволю, чтобы ты сверкала задницей в этом его борделе. Минуточку. Вижу, тут произошло ужасное недоразумение. Я вам сейчас мигом все объясню. Засуньте в жопу свои объяснения, понял? Убирайся отсюда, или я тебе рожу расквашу. Мой друг вежливо просит, так что сделай мне одолжение и выслушай его. Или мы поговорим по-другому. Ну ладно, говори. Хуби, верно? Поле много о тебе рассказывала. Она говорила, что ты эрудит, что ты всегда открыт к новым идеям. Ты так говорила? Ну, правда, я человек открытый. Но моя открытость заканчивается там, где моя невеста начинает вилять попой по борделям. Убирайтесь отсюда оба! Поле никуда с вами не пойдет! Дай ему закончить. Речь вообще не про бордель. Видишь ли, приятель, Геральт верно говорит. То, что лежит на столе, это старый плакат. Старый? Очень. Еще с тех времен, когда владельцем заведения был другой человек. Я бы никогда не допустил, чтобы в моем кабаре творились какие-либо бесстыдства. Мне репутация не позволяет. Так что ты вообще тогда затеял-то? Твоя невеста классная артистка, и я хочу, чтобы она занималась делом, достойным ее таланта. Она будет хореографом, а это означает процент от каждого представления, которое я ставлю. Значит, деньги? И слава, и никакого виляния попой. Вот тебе мое слово. Ну, раз так... Я знала, что ты согласишься. Значит, решено. До встречи в Шалфее, Полли. Ну, я побежала. Я тебя догоню. Фух. Я думал, что будет хуже. Неплохо ты все устроил. Когда ты назвал его эрудитом, он окончательно обалдел. Самое важное в переговорах – быстро найти чувствительное место оппонента и нужным образом на него надавить. Ну что, возвращаемся? Мне нужно еще заскочить к Латраку. Я давно заказал ему новые плакаты, а у Хуби все равно была старая версия. Сейчас кому-то придется долго объясняться. Так, я схожу к художнику, а ты возвращайся в Шалфей, а то Присцилла намылит мне шею. Правда? Сходишь? Еще минута, и я передумаю. Говори, где он живет. В портовом квартале. Я скоро вернусь. Чтоб тебе домовые в суп насрали.